Всем привет, на канале Food Squad, и сегодня у нас на обзоре Ильинские лимонады, малина, карамель. Ребят, в очередной раз извиняюсь за то, что нас так давно не было. Простите, были проблемы. Сейчас мы будем исправляться и менять график, а об этом чуть позже. А сейчас к обзорчику. Купили данный лимонад мы в новом магазине Ярче за 32 рубля. Сейчас мы его попробуем. Откупориваем данную кубышечку. О, пахнет малиной и карамелью. Что ж, приступаю к дегустации. Что ж, друзья, я попробовал, теперь могу сделать вердикт. За 32 рубля я считаю, что это имбища. Сейчас в Пятерочке Магните стоит дороже, а в новом магазине Ярче оно стоит целых 32 рубля. Это намного дешевле и выгоднее. Переходим к оценочке. Что ж, друзья, данному лимонаду я ставлю спокойно 5 из 5. Мне очень сильно понравился. Вкус малины чувствуется прикольно. Карамели тоже прикольно. И вместе очень вкусно получается. За 32 рубля имбища. Что ж, друзья, теперь по поводу графика. Да, вы уже заметили, что мы опять пропали где-то на 2 недели. На то были причины. Погода меняется, у нас свои проблемы студенческие. И в связи с этим нам приходится делать новый график. До этого у нас был график 1 через 1, 1 день выходной и 1 день видосов. Теперь нам придется делать по-другому. 2 дня выходного и 1 день видосов. Уж простите, но нам так приходится делать. Что ж, друзья, вы были на канале Food Squad, с вами я, Марат Аромат. Подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки, пишите комментарии, на что хотите в следующем ролике обзор. Подписывайтесь на наш второй канал, где выходит сериал, там у нас скоро будет анонсик кое-какого другого проекта. И, пожалуйста, донатьте нам деньги, чтобы выходили обзоры намного больше и чаще. Все, всем пока!